Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Високі технології як основа для активізації супрацовництва. Про перспективи білоруським і російським журналістам розказали під час прес-тура у Тульської області. 5 годов у ефіри. Свой перший юбілей сьогодні означає радіостанція «Гомель плюс». Чарівництво Купальської ночі. Гамельчані відзначили свято по старожитних традиціях. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Базой для активизации супрацовництва белорусских и российских регионов повинны стать высокие технологии. Такая думка прогучала подчас пресс-тура белорусских и российских журналистов у Тульскую область. Поездка проходит у рамках союзной державы. Перспективы больше тесных партнерских отношений у Гомельского и Тульского регионов у материале Олега Сентюрова. Летось товарооборот помеж Гомельской и Тульской областями стал около 30 миллионов долларов. Вероятно, сёлета этот показчик будет еще больше значным. В всяком разе, зараз он перевышает минулогодний уровень больше на 50%. Синтетичная тканина, выработка из черных металлов, молочная продукция, соль. С Гомельской области у Тульскую полимеры, черные и колеровые металлы, химичные речевы у отворотном накерунку. При этом сирот белорусских партнеров немало предприемцев Гомельского региона. БМЗ, химичный завод, завод Тя и нормалю дома будовнейший комбинат. Іншая справа, что контакты могут быть больше активными. Так, у мэтах развития двухбакового супрацовництва и обмеркования пытанию гандлёво-экономичного взаимодействия, сёлета у адрес администрации российского региона было накировано запрошение на удел у 14-м Гомельском экономичном форуме. Але по шерогу объективных причин делегация Тульской области приехать не сдолила. Правда, у самой администрации трагедии с гэтага не робить. Тем больше, что официальные отношения Тульской области с Беларусью існуюць яшчэ з 1993 года, и за этот час неодноразово подтвердили свою эффективность. Одни из первых регионов, которые заключили соглашение с Республикой Беларусь. И мы уже по второму соглашению работаем, так сказать. У нас сформирована соответствующая комиссия. Я не могу назвать ее межправительственной комиссией, но она российская, вернее так, тульско-белорусская, наверное, будет так. Это правильно. Я с российской стороны являюсь ее сопредседателем. За рамками официальной статистики особистые контакты и туристичные поездки, правда, покой опошня на керунок вельми уже активным назвать нельга. Причин некольки: от довольно значной отлеглости региону, да, махчима, недостатковой рекламной кампании за обоих боков. Хоть поглядеть у Тули сапраўды есть на что, починая от шматликих храмов до местного Кремля. Плюс знакомитые тульские гармоники, ведомые еще с 17-го стагодия перники и самовары. Опошних настолько шмат, что для их демонстрации створили специальный музей. Еще одна экспозиция присвечена зброи. Это один у свете музей такого класса. Амаль 15 тысяч экспонатов, шмат из яких узоры высоких технологий. Сегодня на узровне экономичного развития Тульский регион увогуле один из лепших у России. У тымлику, дякуючи менавіта применению высоких технологий. И это подстава для активизации межрегиональных и междержавных сувязей во всех сферах. В одном из районов Тульской области создали очень неплохую технологию по переработке картофеля. Это вот как раз такая тема, которая нас объединяет. Да. Вот. И сделали технологию, которая, в общем, не уступает голландским технологиям, а по цене может быть даже и наверняка более низкая. Это тоже сфера для взаимодействия. И, возможно, я знаю, что контакты идут сейчас с Гомельской областью на этот счет. Вот. И, может быть, там все это выльется в какие-то договоренности. Олег Сентюров, Ігор Марышенко, телерадіокампанія «Гомель», Стули, Російська Федерація. Напередодні у Гомелі прийом громадян по особистих питаннях провів намісник старшині постоянної комісії по едукації, науці, культури і соціальному розвитті Совета Республіки Національного Сходу Республіки Білорусь, перший секретар Центрального комітету БРСМ Андрей Біляков. Виниками зустрічі сенатор поділився з нашими колегами. Андрей Эдуардович, на неделе у вас состоялся прием граждан в Гомеле. С какими проблемами, вопросами и просьбами чаще всего идут к члену Совета Республики? Полагаю, что эти вопросы и просьбы, с которыми идут к члену Совета Республики, вряд ли очень сильно отличаются от вопросов, с которыми вообще граждане приходят на прием. Начиная от каких-то вопросов бытовых, благоустройства, заканчивая вопросами, в том числе внесения изменений в законодательство. У нас люди грамотные, у нас люди изучают законы. Но самое главное ведь в том, что люди сегодня доверяют власти. Самое главное, что люди знают, что если прийти на прием, если действительно сегодня есть какая-то проблема, то государство
помогает ее решить. То есть доверие у граждан к власти очень высоко. И поэтому для людей, которые сегодня осуществляют эти приемы, для депутатов, для руководителей исполкомов, это очень хороший барометр. Это очень хороший индикатор сегодня возможности знать, чем живут люди. Но ведь это еще и очень ответственно. Но безусловно. Всегда ли удается помогать? Очень хочется всегда помочь. Знаете, есть категория людей, которые ведь приходят просто выговориться. И очень часто на приеме люди благодарят: спасибо, что вы нас выслушали. Это уже дорогого стоит. А если есть возможность помочь решить вопрос, то, конечно, это дорогого стоит вдвойне. И, по крайней мере, я себя настраиваю всегда не просто выслушать, а еще и помочь. Сделать человеку. Все возможное. Сделать все возможное, а иногда, может быть, и более чем возможно, учитывая, что есть определенные возможности общения с различными даже высокими органами, с министерствами, с ведомствами. И, конечно, нужно использовать этот ресурс по максимуму, чтобы помочь простому человеку. Сегодня в Гомельском районе стартовал 15-й международный взлет юных воротовальников-пожарных. Его урочистое открытие проходило на базе специализованного лицея при Университете громадянской обороны Министерства по надзвичайных ситуациях Республики Беларусь. На юбилейный международный взлет приехали команды из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Италии и других стран. Тут собрались самые активные хлопчики и девчонки, лидеры руху юных воротовальников. Они обменяются опытом, встретятся со своими старыми сябрами и познакомиться с новыми. Программа предугледжвае разные мероприемства по основах безопасности жизнедеятельности. На протягу тыдня команд удельниц взлету чекают такие выпробования, как прохождение туристической полосы, пожарная эстафета, оказание первой медицинской допомоги и иншее. Так само для них подрыхтованы познавальные экскурсии, вечеры национальной кухни, цікавые конкурсы и концертные выступления. Основная мета международного взлету – научение молоди навыкам выратования и самовыратования у разных надзвичайных ситуациях, формирование культуры безопасности у громадстве. Ребята с большим интересом там приезжают и пополняются представители новых стран, знакомятся, радуются, отдыхают. Их настраиваем, что не главное победить, а именно поучаться, пообщаться, хорошо отдохнуть, набраться сил. Ну и в любом случае они, готовясь, получают достаточно хороший уровень знаний для того, чтобы прежде всего не попасть в сложную ситуацию. Но если так случилось, они умеют достойно выйти из ситуации, помочь себе и помочь другим. Эфир радио «Гомель Плюс» сегодня проходит под знаком юбилею. Ровно 5 годов тому у першиню на хвале 103.7 FM прогучали позывные радиостанции. Разом с диджеями у прямым эфире юбилей радиостанции означали шматликие сябры, серед яких и тыя, чьи песни гучать у эфиры. За паўдзесяцігоддзе «Гомель Плюс» стал адметной з'явой у медиапросторы региона и набыл немало прихильников. Одна из главных адметностей – музычный формат. У эфиры гучать хиты 1980-х-90-х. Лепшие музычные композиции, якія прайшлі выпрабаванне часам. Гэта творы беларускіх і замежных выканаўцаў. Забаўляльныя, інфармацыйныя і аналітычныя праграмы разлічаны на шырокае кола слухачоў. Пры гэтым Гомель Плюс на месцы не стаіць. Радио 103.7 для меня это моё настроение. С утра, садясь в маршрутку, обязательно, я вот даже, вот честно, откровенно, я прям водителя прошу, чтобы он, если он не слушает это радио, чтобы переключил. И я смотрю, как появляются улыбки у других людей, и, собственно, меня это очень радует. Для меня это хорошее настроение. Впереди ждет нас небольшой ребрендинг, а может быть и большой ребрендинг. Мы становимся, на мой взгляд, на мой вкус, все лучше и лучше. Люди, которые где-то моего возраста, чуть старше, уже переключаются с молодежных радиостанций на станции подобного формата, формата радио «Гомель Плюс». И мы хотим удивлять наших слушателей все больше и больше, подбирая качественную музыку, упаковывая ее красиво, делая интересные, веселые, познавательные, увлекательные программы.
Сегодня исполняется 135 годов с дня нарождения Янки Купалы, одного из самых ведомых поэтов белорусской литературы. С нагоды юбилея у областной библиотеки имя Ленина представили литературно-мастацкую композицию. У ее включили так само творы Якуба Колоса. 135 годов с дня его нарождения будет означаться у кастрычнику. Спадщина народных песняров Беларуси – соправдное национальное богатство. Творы Купалы и Колоса до наших дён притягивают читацкую увагу глубиной думки, яскравым адлюстраваннем життя и щирыми пачуццями до человека и батьковщины. Без их именов я Беларусь не уявляю. Такую назву отримала литературно-мастацкая композиция, якая расповедая про значность этих авторов у культуры и истории нашей краины. Гости мероприемства доведались про житё и творчесть классиков белорусской литературы, а так само убачили инсценировки по пьесе Янки Купалы «Паулинка» и эпичной трилогии Якуба Колоса «На ростанях». Эта композиция подготовлена силами сотрудника областной библиотеки, а также уже ставшим популярным Народным любительским театром «Грачи». Сейчас как раз на сцене проходит действо, представляют отрывки из произведений Якуба Колоса. И нам очень приятно, что в зале находятся именно молодые люди. Это дети, подростки, которые в данный момент находятся в школьном лагере. Сейчас мы слышим аплодисменты, это очень приятно. Старажытные обрады, театрализованные концерты, майстер-классы и выставы. Народное свято Купалы отзначили жыхары региона. Папороть кветку шукала и наш корреспондент Ганна Каральчук. Купалы у Гомеля ладятся на трех пляцовках – на каскаде Сальмашевских и Волотовских озер, а так само на Любинском озере. Гомельчане спевали, танцевали и водили карагоды. Ночь на Ивана Купала самая короткая. Треба поспеть и поворожить, и поскакать праз вогнища, что по поверье допомагает полепшить самоотчувание. Наши продки верили у чаровництва купальской ночи. Сегодня у нас Купалы – волшебный день. И если вы возьмете ленточку, загадаете желание, завяжете – обязательно исполнится. В следующем году придете, расскажете. Выстава декоративно-прикладных выработок, стилизованные народные подворки и музычно-танцевальные постановки надали самобытную атмосферу. Это свято одно из самых аутентичных и колоритных. Немало гостей собрала Купалы и на набережной Любинского озера. Святкование у этом месте уже стало традицией. У центре пляцовки усталявали ляльку Мару, якую после ритуальных танцев и карагода спалять. Белорусские верования и обрады старожитные и неповторные. Цікавость до их застается высокой. Навод сярод сучасной молоди есть знаўцы купальских традиций. Старейшие люди, звычайно, ходили собирать зелки, лековые рослины, пераважно святаяник. А молодь скакала праз вогнище, что символизовало очищальную силу, альбо навод робила разностайную шкоду суседям, разбирала плоды, кидала гладышки у колодеж. И эту ночь им это дозволялось. Удельники свята не только занимались пошуками папороть кветки, але и спробовали свои силы у старожитных рамёствах. Тут можно было зарабить ляльку обярех, альбо научиться мастацтву скани. Это делается из разных пород дерева, только лишь стружечкой дерева лак. Есть очень много специалистов у нас по городу Гомелю. Это у нас мастер-класс. Это вот дети пришли и сами делают прямо сейчас и прямо здесь. Приглашаем всех в нашу школу. Самая популярная забава на Купале – плетение купальских вянков. У эту ночь злученные у круг травы выполняют саправды магичную роль. Купальский вянок – это не просто упрыгоживание, а оберегание чистой силы и символ бесконцости и кругозворота в природе. Бодай самая цікавая частка свята для незамужних девчат – это ворожба на нараченого. По старому звычаю вянок пускают по плыни и назирают. Коли его прибило до берега, веселья сёлета не чакай, а чем далее даўжэй плыве вянок, тем худшая девчина выйдет замуж. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У православном календары сёння рождство Иоанна Протечы. Апошні старозаповедны пророк Израиля прадказаў пришэсце Иисуса Христа и хрестил его у раце Иордан. С гэтай нагоды сёння во усіх дзеючых храмах региона прайшлі святочныя набажэнствы. Нараджэнне хрестителя Господнега было прадказана пророком Исаі за 700 гадоў до гэтай падзеі. Будучы святы з'явіўся на свет у сям'і іудзейскага свяшчэнніка. Дарэчы, служэнне Иоанна не абмежавалася хрышэннем збавителя.
Як і іншыя пророкі, ён заклікаў людзей да жыцця па запаведзях. За сваю веру Іоанн Працеча пакутніцкі загінуў. Царква шануе яго памяць 7 разоў на год. На рашство пророка выконваецца строгі пост. Яму моляцца аб далучэнні да царквы нехрышчоных людзей, сектантаў, а таксама аб дапамозе зняволеным. Да яго звяртаюцца за духоўнай дапамогай падчас доўгіх пастоў. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Святлана Князева. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.